Казалось бы, что общего у байкеров и дерби? Все элементарно просто. Надавать по мордам своему противнику. Это будет очень смешное видео. Давайте наберем под этим роликом 700 лайков. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра Чармистует. И сегодня у нас просто жесткое противостояние байкеров. Всем здорово, ты Юр, дробовик, только не забудь. А у меня автоматический дробовик, кстати. 45 патронов, этого хватит, я надеюсь, да, и погнали. Охренеть, вот это движуха, блин. Начинается замес, только вышло обновление о байкерах, ну не только, так недавно, скажем, и все, и понеслась такая тема, да, становится модно. Действительно, тут один стоял, короче, и ворон ловил, я его замочил, я жестокий тип. Нифига, он быстро стрельнет, этот дробовик, я тебе скажу. А так-то удобно. Офигеть, уже все попадали просто. Мне чуть свой же не врезался. Наша команда затащила? Уже что ли все? Да. Я сверху прокатился только. Ну ладно, поехали вниз тогда. Мы просто топ-байкеры, знаешь. Слушай, все... можно погладить. Не я тоже гладь сделал. О, все, это победа. Быстро. Да, нормуль так. Второй раунд, время замеса. У нас белый, кстати, заметь. Да, серебристый. Или белый. Блин, белый. Я дробовик забыл. Подожди. Так, нормально. Так, по кругу. Тут, кстати, бочки можно повзрывать, а чего бы нет. Так, я вижу кого-то. С места попробую. Что у меня? У меня байк застрял. Воу! Тебя не смотри, чтоб не убили. Ты кого-то убил, я смотрю. Красавчик. Одного только. Вот. Тут один гоняет, короче, да. Наших. Короче, парни просто стоят, понял, решили схитрить. О, убили пацана. Жест. О, сверху один. Вот он. Воу! Так, я вижу, взял. Нет, давай, иди сюда. Убили. Все. Ох, ты жестко свинца просто в жопу накидали. Ты смотри как. Давай, я его... Как я его убил и улетел! Но ты забрал его, это классно. Это было круто в прыжке просто. Так, осталось выжить. Ты выживешь? Тяжело сказать, нет. У меня сейчас будет свой личный черный извозчик. Иди сюда, Джорджио Свино, давай, садись. Оп! Поехали! На редактор даже это запишу. У меня тоже есть дробовик, смотри. Воу! Байкеры в дворе. Оу! Меня убили, офигеть! Не стоит доверять черному, никогда. Прикрылся моей тушкой. А ты не знал, что. Ты не знал, что у меня прав нету? Как бы. Оо, поехали! Эпично. Оп, я вижу одного, я прям как знал то, что нужно тут становиться. Тут хороший обзор. Одного убил! Красавчик. Мне сейчас в жопу насуют! Бак, стреляем, он сейчас взорвется. Я живой, чувствую. Отлично! Живой? Смотри там, видишь, вперед, да, спереди тебя тут чувак. Где-то стоит. Кто. Ой, нет, его уже нету. Его замочили. Бак может взорваться, кстати, жестко, причем. Ни хрена, как они все подохли так-то быстро. Чей-то байк нашел, байк. Просто замес. Так, вот он. Берем его на бушку. Дай по колесам. Бум. Блин, беда. У него колеса у него тонкие, просто загоняли. У меня не едет. У меня колес нету. Просто загоняли пацана и все, он доехал. Ой, я полетел. Жесть. Слушай, у меня есть прикол один. Какой? Че, меня убить решил? Ты че натворил? Так, надо валить. Юра, человек зашквар называется. Поехали! Я понимаешь, я на белом коне просто. У меня белый байк, это прям символически. Ух, нифига я пролетел, ну чё. Так. А зачем тут кактус посередине? Не знаю. О! Что? Как он меня убил? Моя спина крепче твоей, так что, Юра, давай садись, я буду твоим щитом. Ты куда удрал-то? А я не вижу тебя, тут все одинаковые. Все, погнали. Так, куда? Давай вот за этим. В два ствола сразу. Давай, жесть. Чё ты кнопка? Ой-ой-ой, прям смотри, замес года. 6! Я минус! Убью. Да, отлично. Еще один! Бочку! Нифига, мы ее прогрянили! Топ, тим. Сзади! Вот он, спереди! А, и спереди, и сзади. Да, меня убили, я тебя спас опять! Что? Ты чё? Го на дерево, залезем. Какое дерево, нахер? Да тут дерево стоит. Что? Я по чуваку проехал. Норм, это норм. Да, двоём, тимплей. Давай сейчас, погнали. Вот спереди, видишь, чувак? Их сразу по бочке. Вообще много. Просто напихать. Что? Как он меня опять убил? Доверься мне, доверься. Так, надо взять обычный дробовик. Сейчас, погоди. Он же без понтов. Да дай мне его. Подожди, у тебя... Ни хрена, у тебя руль штырит такой.
прям у меня прям заложил. Если показать так, просто подожди. Дробовик, они умрут? На остановке остановите. Блин, я полетел, смотри, куда? Смотри, где я. Пипец, ты как они по мне столько напихали-то раз? Напихали тебе уже, так. Вообще подожди. Жесть. Так, вот, один остался. Я вижу цель. Я знаю пароль. Я тоже вижу ориентир. Я знаю, что Юран спасет мир. Подожди, я вижу. Сейчас я пешком. Блин, я попасть не могу. Гони его ко мне, гони ко мне. О, его сбили. А, блин, у меня колес не осталось. Черт. Он вот на карте, петухи, смотри. Оп, так, давай, один едет. Оп! Нифига себе. Ты выжил, что ли? Да, я кувыркнулся, топ. Давай, вот это мочи. Ой, что-то по мне. Он не достает отсюда. О, его замочили. Ничего, все, никого больше нету. Смотри, Юр. На таран побежали. Я просто понесся. Какой смельчак готов против меня противостоять? Ой, я не на F1 нажал, а на escape. Да почему я тебя не убил? Стой, пацан. Куда? Охренеть, ехали. Просто солью напихал пацану. Просто жесть. Воу, меня сбили, прикинь. Меня сбивают, Юр. Я никого убить не могу. Держи меня. Кое-как одного убил. Так, я вижу тебя, прикрою, я прям... Умри! Ух, двоих убил, кое-как. Чувак, так, еще один. Приехал. Ну туда, не в тот район, просто я тебе гарантирую это. Просто же... Что? Да что? Меня сбили, я улетел. У меня патронов мало осталось. Прикинь, я сейчас лечу с такой высотищи, жесть, и что мне делать? Я не знаю, падать. Шлем меня не спасет, я тебе говорю, с такой высотищи. Я должен против троих затащить, вопрос, как я это должен сделать? О, давай, красавчик, это будет эпично просто. А сейчас будет смерть. Ох, ни хрена. Меня сейчас точно замочат. Я так об столб шлепнулся еще к тому же. Что? У меня не осталось патронов почти. Давай их вручную просто шеи сверни вот так глотку. Как юный байкер. Что остается? Остается только бочки взрывать. Да. Ой, смотри. Ты сам себя, я думал, поджёшь. Блин, у меня 8 патронов осталось, понимаешь? 8! Чувак, один сверху, вон, вон, погнал. Так, назад, так. Стреляй, сзади стреляй. Не так, давай, так. Чтобы он стоял сзади тебя. О! Чемпион! Ты просто, вот отвечай, ты тащишь команду. Вообще псих. Так, осталось выжить. Выжить? Нет. В общем, расклад такой, раз я косой, мне нужно больше патрончиков. Ну, какая разница, сколько патронов? Главное, не попадайтесь к Нигеру с дробовиком. Просто. Это так. Смесь, знаешь? Такая смесь бодрая. Все. Все, это я... не тебя мочит Иран. Нет. Я чуваку просто муху сбил, понимаешь, у него муха присела. Какую такая, муху? Какую твою ж мать муху? На говно садятся мухи. Я сейчас. О, я двоих расхерачил, и я еле живой остался. Красавчик. Просто. Меня сейчас убьют! Он, наверное, меня не видит вообще даже. А, ты ж против меня. Да. Юра, здорово. Смотри, у тебя нигер на хвосте. Оу, у меня одно попадание и все. Ага. Конечно. Слышь, вы меня колес пробили. Отлично. Я же ничего не сделал. И сколько осталось? Так, двое осталось. Из меня кровь хлыщет, как из крана какого-то. Опять нигер за мной. Да. Попал же, я ж в тебя попал. Я ж попадаю в тебя, умирай. Нет, у меня броня... О, кстати, вообще у меня здоровье, да хрена, я тебе скажи, у меня вместо колес рельсы какие-то. Отлично, зафигачили. Так, где ты там? Чё вас так много? Хватит. О, здорово, Нигер. Бум. Я тебя... А, патроны кончились! Я другой... О, затащил наконец-то. Ну ты даёшь. Ты меня по крышке пробил. Да, ты мне тоже. Чё я ему фахи показал? Блин, патронов нету. Патронов нету, что? Да твою мать, караван, оставь мне чё-нибудь. Наш чувак просто дрифтит теперь без покрышек. Смотри, задавит. У него тоже нету патронов. Все, осталось вручную меситься. Он взял дробовик, мне кажется. Я взял пару патрончиков. Он не может его взять, он не может заехать. Бери, мочи его. Отлично. Растащил хоть первый раз, нормуль. У меня идея, я сейчас попробую кому-нибудь безбилетникам усесться такой, знаешь, наглый. Так, чувак, подвезешь? Да, блин, подвезите. Самый наглый негр, да? Эй, хорош! Кто взорвал нашу базу? Отлично. Жесть, так, меня убили. Я только пипец, сел. Изи-катка. Я только сел. Так. Ой-ой-ой. А, все погибли ваши почти, да. Жесть, один остался. Разнесли просто, у вас какой-то дерзкий типок появился на базе. Один улетел. От меня просто так не уделешь, иди сюда.
Иди сюда, падла! Ты за ним, что ли, полетел? Пипец, он сейчас, я тебе скажу, выживет или нет. Он не выжил, все, капец. Ну, я тоже не выжил.